Давно я не заходил в Fallout. По причине того, что Fallout, типа, я выкладывал видео, и они миллиард раз загружались. Вот. И некоторые не позагружались почему-то, у некоторых повыдавал ошибку. Я доставал видео те, которые, типа, у которых были выложены, я их удалял. И так вот, у меня где-то 80 гигабайт сейчас свободной памяти. Вот. Как-то так. У меня в планах сделать Fallout и, не знаю, кинуть своим городом. Вот, жаль, что Fallout ограничено, типа, количество вообще всего этого, типа, потому что вы видели, что это не бесконечно, там потом нельзя будет, то есть бесконечно снять какое-то огромное убежище. Вот. О, спасибо. Ага. Ой, только не эти даунские скотины, а боссы, которые еще. Кто мне? Трайс воевает на Донбасс. Где вот этот мега имболы, который вообще существует здесь? А, ну пофиг, в принципе. Он пришел, вот он. Ой, да он и так имболы. Давай, стреляй свои мегапушки. Ладно. На, возьми эту пушку. О, отлично, сейчас полная хп. Блин, пофти смерть реально имбовый, пипец. А чё, у тебя оружия нет, алё? Нормально оружия не было. Хайпово так. Давай стреляй, это у нас самый крутой, ну, вроде. Просто там какой-то крутой чулек сейчас вроде спасу. Куда идешь? Ты легенда? Куда он идет? Блин, что за говно, ладно? Робот, ты скоро сдохнешь. Ну, наконец-то. О, отлично, ему.
Да ё-моё! Ничего себе.
Фух, еле-еле просто. Блин, это был полный хардкор. Блин, не награда стоящая. Это был такой хардкор, блин. Вроде топовый персы взял. Персы, да. Ладно, думаю, следующий потом задам будет 5000 в крышку. Ну, блин, не, ну нафиг не идти. Он будет мне хардкорным. К минимум нужно 3 человека, здесь 25 того и 25 всего. Я думаю, не уверен, что он справится все равно.